Да, на восточное побережье США по-настоящему пришел гольфовый сезон. Уже неделю стоит погода шикарная, плюс 25-26 каждый день и вечером 17-18 тепла. В Северной Каролине ожидается тепло в течение 2 месяцев, и все гольфисты берутся за клюшки, чтобы успеть поиграть в этот славный сезон. А что же у нас на Кубани с гольфовым сезоном? Какая сегодня погода в станице Натухаевской?